Инстаграм. Моя страстная любовь. Не первая, но точно верная. Прямо сейчас обзор этой социальной сети вместе с Антониной Сатаровой. Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных, красивых или просто любопытных фото и видео, которые наши земляки запостили в социальную сеть Инстаграм на минувшей неделе. И начнем с весеннего праздника. 1 марта наши усатые, полосатые и мурчащие друзья отметили Международный день кошек. Их хозяева не преминули забросить в социальную сеть снимки виновников торжества. Инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Илья Еськин прославился на весь город. Он совершил действительно героический поступок, достойный настоящего мужчины. Полицейский вынес из горящей квартиры маленького ребенка. Как только мы узнали имя героя, то сразу же отправились на поиски его аккаунта в Инстаграм. И поиски эти увенчались успехом. Итак, судя по странице в соцсети, наш герой в свободное от работы время занимается воспитанием сына, любит охоту и увлекается горными лыжами. Что ж, достойные мужские увлечения. В официальном аккаунте хоккейного клуба «Южный Урал» появилось видео массовой драки во время матча. Видео это вызвало массу обсуждений фанатов Орского клуба. Кто-то посчитал такое поведение на льду неприемлемым, а кто-то, наоборот, поддержал хоккеистов. В следующей части обзора, которую назвали «Извне», мы рассказываем о видеороликах, заслуживших внимание тысяч пользователей всего мира. В Приморье утонул рыбацкий автомобиль. Все находившиеся в салоне успели вовремя выбраться. Стоит отметить, что к инциденту приморские рыбаки отнеслись довольно легко. Хозяин вскочил на машину и спел врагу «Не сдается наш гордый моряк», заявив, что капитан свой корабль в беде не бросает. На речное дно машину провожали со всеми почестями. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр наша фигуристка Евгения Медведева показала в Инстаграм, что скрывается под длинным шарфом, который пришит к курткам российских олимпийцев. Она оторвала шарф и продемонстрировала нарисованный там российский триколор. Это непередаваемое ощущение. Ура! Ура! На этом все, друзья. Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом Орск.ру.Обзор. Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт и на ТВ. На этом у меня все. Удачных вам снимков!